Всем привет, дорогие друзья! Не удивляйтесь, что у меня камера теперь справа сейчас. Это ради того, чтобы вы увидели мини-карту. Потому что, ну, слева в верхнем углу ничего нет. Ради вас постарался. И да, как вы видите, камера по-другому теперь выглядит. Теперь нету той рамки. Как бы, и она чуть-чуть шире, я бы сказал бы. Дело в том, что я решил попробовать через новую программу. Может, это дело в стримлэпсе, и поэтому у меня игра подзависала. Если, ну, будет опять так же подлагивать, что как бы придется, да, не знаю, что делать. Но скажу сразу, пришлось, я почитал форум в Стиме, что пишут, что это больше всего из-за динамического освещения. Что получается, здесь у меня все по сути на максимум, что вот возможно из-за этого освещения. Качество максимальное, все. Как бы уж, к сожалению, так. Стояла улучшенная, но она там падала в FPS. На 5 до 40 бывало. Но то идет нормально, я вот замечаю. Да, 70-80 FPS доходит. А иногда бывает по-другому все. Но мне надо сюда, на свалку. Пойдемте. Как бы я надеюсь, звук сейчас хороший, потому что никаких шумоподавлений у меня не стоит. Пытался поставить. Громкость у меня поставили на 31. Записываю опять же через экшен. Ой. Как бы теперь вы будете все видеть более-менее нормально. Если мне понравится, я буду, думаю, дальше записывать через эту программу. Хоть немножечко другой программой попользуюсь. Сильно какой-то разницы я не думаю, что будет. Ну, пусть будет. А ты чё валяешься? Нам бы нормальный калаш, но я думаю, мы где-нибудь его найдем. Я, конечно, понимаю, что лучше брать именно в магазине. Там аномалии раньше не было этой. Просто я не понял, как работает данная система. А, так вы вообще полностью оградили? Раньше там можно было походить. Это я точно могу сказать. Вроде бы все сейчас нормально работает. Ну, это пока. Так, давайте-ка я кое-что сделаю. Я уберу этот FPS. Потому что у меня FPS сейчас идет через саму программу Action. Сама программа очень хорошая. Я и когда-то пользовался, даже стримил через нее. Вспомню тот же самый Assassin's Creed Liberation. И через эту программу я и стримил. Ну там стримы вроде были какие-то проблемы. Но это больше всего, наверное, не из-за стримов, а из игры. Что тут за мутант?
МП5, смотрите-ка. Хорош. Еще МП5. Так, смотрим. Так, лучше, чем мой сейчас нынешний калаш. Здесь вот плюсом, что показано, насколько урон выше. Так что калаш можно... Какие здесь патроны используют, если правильно верить? 9.19. А, это как раз для пистолета, кстати. Так что пистолет нам, ну, не нужен. МП5 будет просто лучше, я считаю. Энергетик, смотрите. Не зря просто лазим, ищем что-нибудь интересное. Здесь, ладно, ничего нет. О, светает, смотрите. Ну, нам дальше надо двигать. И, скорее всего, нас будет поджидать. Вот не зря я зашел в это место. Валерьян, это Пузо. Говорят, ты сталкера вокруг себя собирает. Есть такое дело. Мы тут решили военным отпор дать, а то они совсем нас бросали. Хороший пуш. Да плюс со мной еще трое ребят. Отлично, спасибо. Будем ждать. Так, вообще, вот это выкидываю. По сравнению с этим, да, это хуже оружие. Ну, патроны, ладно, оставим. Сталкер, вокруг данной точки замечен противник. Атака ожидается с минуты на минуту. Не, я этим заниматься не буду. В смысле? А как там сталкеры находятся? А, это просто аномальная зона. Все, я вас понял. Уровень радиации сейчас должен падать. Алло, 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 Леша. Ну там сталкеры. Это возможно из-за того, что мы в прошлый раз там уже были. Сколько места у меня? 36 из 50.
прикола сейчас не понимаю, ну ладно. Да дай мне облутать твоего друга, алло. Так, давай-ка возьмем. Лови. Ладно, разрядите и выйду. Вали, петухов! Я не понял, что сейчас произошло, но ладно. Блин, у меня патрон на калаш. Блин, бесконечно. Ты волыны не свети, нехрен. Волыну заныкай, тогда и побазарим. Чё, ну чё ты тут мельтешишь? Что, ну так, я хочу пройти. Вообще стоит обыскивать их. Да вы чё, шутите? Чё так много патронов-то даёте? Этот спать пошёл, ладно. Да. Раньше чуть дальше надо было проходить, чтобы уйти в другую локацию. Разрядить и выбросить. Эй, мужик, ходи сюда, разговор есть. Только стой. А теперь за... Вот так вот и стой. Ну чё, вытягиваю, пока пора бабосом делиться. Ты не думаешь, что это просто? Так, это плата за то, что... Молодца, мы на свалке закон. Молодца, и не дёргайся. Всё, проходи, не задерживайся. А что? Слышишь, мужик, ты будешь тут шариться, так завалим, это как два пальца. Блокпост, приемник, проводник. Так, и куда нам? Прямо. Вот это, как я понял, к ней агрокром. На болото я... На янтарь. А вот это что? Рыжий лес. Это, возможно, подземный бункер, который, возможно, по сюжету нам придется походить. Слышь, деревня, тут наши места. Концлагерь типа. Так что пыли по другой дороге, если жить охота. Усёк, Кэп. А, это 9.18 патрон, они нафиг мне не нужны. 9.19 и 9.19, всё. Как там было? Во. Буду знать. Какие из них сильные? Вот хороший вопрос. Для снаряжения используются боеприпасы 9,19 мм. Вот это обычный 9,19 СМО. Значит, это их надо ставить. А это бронебойные. Ну да, здесь что-то изменилось. Вон там раньше нельзя было ходить. Это место я помню. Здесь были бандюки. А вот у меня хороший вопрос. Вот смотрите. Раньше я не мог сюда попасть, потому что здесь было много аномалий. А сейчас...
Ну ладно, нам куда? Нам вот туда. Давайте-ка я уйду. Радиация там есть, но нас она не сильно задела. Ну это и хорошо. Правда же ведь, ребят? Так, мне куда-то сюда. Так, давайте-ка я использую, чтобы быстрее было. Вот как хорошо, что ты разбираешься в игре. Обыскать тело дилера. 9.18 нам не нужно. Отдал Плыкуту деталь, которую мы нашли в Суроне. Но Плык долго матерился. Сказал, пока не найдем остальные детали, денег не даст. Мы посидели, репы почесали, в общем, решили, отправив догонку за ним в Васина. Васина язык без костей. Ну, глядишь, и уболтает Плыка дать хоть часть денег. Только бы и не напоролся на кому-нибудь по дороге. 9.18. И ничего здесь нет, да? Понятно, нам туда. Блин, вот с МПП, МП5 я не бегал в прошлой части от слова совсем. Ну, будет хоть какой-то экспириенс, скажем так. Кто-то где-то воюет, а нам все равно. Нам главное пройти игру. Прошлую часть мы больше изучали, чем проходили сюжет. Ой, а мне еще монтировать прошлую часть? Да, я так и не смонтировал. А сижу уже играю в это. Блин, тут собак дофига. На камни быстро лезь. А что мне здесь надо? Убить слепых псов, которые... А! Огонь! Огонь! Эй ты! А ну отстань! А что-то я смотрю, с них вообще в последнее время ничего не падает. Вот спасибо, мужик, спас меня. Я Васян, будем знакомы. Эх, ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю, а тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься. Я у них три обоймы высадил. Они все прут, уроды. Да, сталкер, отпилищи, свищи, вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Ну, привет! У перевернутого экскаватора один безмозглый парниша с тобой расплатится содержимого приказа. И сколько это будет стоить? Ты чё? Ну ладно. Это я понял, просто платить им надо, чтобы нам дали, скажем так... Ну, здоровье. А, это прям сюда нам. Оббегаем вот этот склон, потому что вряд ли я смогу там пройтись. Хотя попробовать можно. Ну да, видите. Оббегать надо. Как вообще вести себя, что неприятные ситуации не вижу?
Как я просто понял, им надо заплатить, нам дадут там все это, и нам будут платить за это. Но это если вы хотите пройти на 100%. Я ж не хочу. Мне просто главное поиграть, и все. Возможно, кстати, те просадки были тоже из-за того, что у меня динамическое освещение стояло. Просто вот сейчас что-то я не вижу. Чтобы какие-то просадки были. Но это-то и хорошо. Да, я действительно хочу перейти на другую локацию. А почему бы и нет? Пять. Темная долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. Прячь оружие и не дергай. Я сейчас не понял, что происходит, но ладно. Почему-то тут свалка все еще пока. А, я сохранился. Ты уверен? Сталкер, не дергайся. Ты кто такой, что здесь делаешь? Я наемник, ищу сталкера по кличке Клык. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. Почему мертв? Что здесь происходит? На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о Клыке, тебе прямая дорога туда. Спасибо за информацию. Это куда мне? Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. Так точно, Кэп. Почему у меня опять патроны сменились? А, 25 патронов, смотрите. Так, здесь где-то перестреливались как раз. Ёб твою мать. Эй, что у вас случилось? Отвечайте. Ну напугали, уже напугали. Чёрт, да не молчите вы. Да ёб твою мать-то, я не понял. Давайте попробуем с дробовиком. Так.
Да, у собак вообще сейчас ничего не валяется, как было это в прошлой части. Я бы вообще хотел пойти вот по этой фигне. Не, я не хочу. Слушай, у тебя бинтов случаем нет? Нет? А у тебя? Ну рассказывай, я весь внимание. У вас не хватает денег. Что, язык проглотил? Ну и как, вкусно? Изумительно. Ну, бляха, муха, ну здесь я был. Вообще, я рекомендую брать уже калаш. Да, здесь я уже был когда-то. Это та локация, где вроде бы лаборатория X-16 была. Сейчас я просто осматриваюсь, вдруг что-нибудь найду. Так, и залезь. Ну не просто так нам дают здесь полазить. Как-то плохое место. О, здание. Там, возможно, есть что-то. Вообще здесь бы логично было бы поставить что-нибудь. Но логики в этой игре нет. Давайте-ка на всякий пожарный возьмем. Еще и на крышу поднимемся. Нету там ничего. Так, значит, нам на крышу. Я слышал кого-то, вроде бы как, но это, возможно, мои просто были шаги. И все. Понятно. Денег у меня вообще здесь нет. Ты на территории базы свободы. Шалить здесь никак не разрешается. Давай ко мне, если вопросы какие мучают. Странно, здесь вроде бы я ползал. Ладно. Посмотрим, что нам предложат. Ну это нам сюда. Ну кто там есть? Плохое место для прогулки ты выбрал. Разве не в курсе, что на нас постоянно нападают?
торчат у нас тут на базе, а тем более носить комбинезон свободы — дело опасное. Мне нужен старотип по прозвищу Клык. Слышал о таком? Лично его я не знаю. Недавно ходил к нам один бродяга, у него и нашего верхнего какие-то мутки. Только разговаривали они без свидетелей. Может, это и был? Это твой и был? Не знаю. Как мне попасть к лидеру свободы? Резкий ты малый, что понос. Чего? Значит, пока база на карантине, об уединении у верхнего не может быть и речи. Тем более, что ты наемник. С какой стороны, если сможем, так окажешь нам одну услугу? Замолю за тебя словечко. Так что берешься? Выкладывай, в чем дело. Возле базы псы, собаки развелись. Походу, не возле базы завелись собаки. Прохода не дают. Как запах еды из бара чуют. Все тушит свет. Начинает ломиться, как дурная. У ребят уже нервы не на месте из-за ее гребаных фантомов. Разберись-ка ты с этим вопросом. Тогда и потолкуем всерьез. Считай, ее уже нет. Не отвлекай меня по пустякам. Занят я. Ветераны и новички, если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте в наши ряды. Что, но здесь камера не так сильно трясет, как было это в прошлой части. Нет, ничего. Может, здесь? Странно, нету ничего. Пикал. Я так и не понял, как Ладно, возвращаемся. Ну кто там еще? Как успехи, наемник? Ну что? Погоняла тебя собачка? Не имеет значения. Главное, тварь мертва. Отлично. Теперь будет задача посложнее. Нужно доставить боеприпасы нашим на дальнейшем форпосте. Дуй прямо к Ашоту. Это наш торговец. Он расскажет, что и куда именно будет отрабить. Иди лучше монстров стрелять, а то людей от работы отвлекаешь. Не, он выше получается. Я помню, мы здесь перестреливались когда-то. Черт, у меня еще и денег нет. Слушай, чтобы... повезло тебе сегодня, дорогой. Привет, приятель. Я-то Чего коменданта за боеприпасами. А, все-таки нашелся герой.
Почему герой? 5-5-6, граната, окей. Да виси, понимаешь, боятся нос за ворота виснут. Нападение один за другим. Я думаю, это не люди, это нечистая сила. Мы слушаем, стреляют, мы бежим на блокпост. 2 минуты, слушай, а ребята уже не живые все. Даже через рацию никто говорить не успел. Если это даже люди, они все знают, где каждый наш патруль, каждый наш человек. Слушай, меня, дорогой, я так понимаю, кто-то наш плотную информацию сливает, да? Такой неплохой, нехороший, ерунда, получается. Ну, вот тебе посылочка для наших ребят. Где они? Я дал на твой КПК. Будь живой. Спасибо, торговать. Я тебе один умную вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой. И разошлись, как в море корабли. А вот зачем мне вот эти? А здесь тоже нечего покупать. О, это что? Глушитель. А у меня бабок-то нет. Авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Мечтаешь надавать по сусалам долгу? Эти и многие другие возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы. Так, здесь можно и прицел взять такой. Не, ну 1500 у меня нету. Это 2200. Не хватает, все равно. Не, не буду ничего продавать. Вот здесь что-то. Подходи! Ты как бармен попал. Ага, ясно. Ну будь, чувак. Жаль, не раскумарились мы с тобой. Держи. Я не знаю, я... Блин, как все хреново. Кругом сплошная муть. И кайфоломщики такие. Захочешь нет, выпить, как подруливай. Я всегда на месте. Там клеймо для здоровья полезно. Ну пойдемте попробуем хоть немножечко повыполнять такие задания. Ты что сказал? Видишь, попутал что-то. Да ёперный театр, я не успел подлечиться, прикиньте. Не уследил. Я увидел как бы, но последнюю секунду. Наемник, это Чехов. Форпост атакован. Даже не знаю, выжил
ПДА все еще активен. Может, на нем найдется полезная инфа? Найди его и доставь мне. Так, а что здесь еще надо делать? Это что, 45-ки, да? Ладно, этот твой пистолетик мы возьмем. А куда мне послали? Я понял, теперь надо назад просто возвращаться вот к этому. Что я расправился, сейчас он мне еще денег даст. Я, по сути, могу, знаете, просто вне серии Подходи. Побегать, пособирать. Есть что для меня? Извини. Если будет еще работенка, зови. Чувак, жаль, не раскумарились мы с тобой. Я думаю, я вернусь. Вот сейчас давайте вот выполню вот это задание. Или же все-таки. Давайте уже закончим. Я сейчас побегу тогда в самую первую локацию, повыполняю, позаработаю денег и вернусь к вам. Это уже будет в следующей серии. Как бы. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до скорой встречи.